В Донецкой области руководство самопровозглашенной Донецкой республики начало проводить насильственную мобилизацию на разных интернет-ресурсах, в особенности на страницах сообществ Донецкой области, в соцсетях начали размещаться сообщения, которые касаются принудительной мобилизации в ряды боевиков ДНР. Из последнего журналист Роман Будко написал в своем аккаунте на Facebook информацию относительно того, что ДНР объявила масштабную силовую мобилизацию в ряды защитников. По городу Снежное и другим городам области ходят террористы с оружием в руках и силой забирают мужчин возрастом, начиная от 16 лет. Тем же, кому удается откреститься, от этого угрожают расплатой. Многие ребята пытаются уехать из города, те, которые хотят воевать за Украину и против ДНР. Ярослав Гончар, который является заместителем добровольческого батальона под названием «Азов», подтвердил информацию касательно того, что террористы в Снежном заставляют местных жителей защищать самопровозглашенную ДНР вместе с ними. Боевики в Дмитровске также силой забирают свои ряды мужчин старше 16 лет, сообщил Гончар. Всех, кого удается забрать себе в банды, собирают в своих укрытиях и потом уже никуда не выпускают. Отталкиваясь от предварительных данных, из Дмитровки было вывезено уже два КАМАЗа, которые набиты принудительными призывниками. В случае же отказа мужчин запугивают расправой. Некоторые свидетели говорят о том, что террористы яро угрожают просто расстрелами в спину тем, кому удается остаться дома. Аналогичный так называемый призыв может начать проводиться и в других городах. Есть информация о начале такого призыва в Торезе и Шахтерске.